Неизменно каждый год в конце зимы к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Этот праздник любим народом с языческих времен, когда для наших предков самым главным праздником был день весеннего равновесия – смена зимнего времени года летним. Масленица, пожалуй, самый вкусный и веселый праздник. Многие жители Славянского района отмечали его в этом году с размахом. Ярко прошел праздник в прибрежном сельском поселении. Основным символом Масленицы являются, несомненно, блины – круглые, румяные и горячие. Они словно символ солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни. Вот и народные гуляния в Прибрежном начались с конкурса на лучшую хозяйку. Суть конкурса не только напечь блины, но и создать целую композицию из этого лакомства. Вокруг главного персонажа этого дня, чучела Масленицы, жители Прибрежного пели песни, водили хороводы, мерили силой в перетягивании каната, бегали в мешках на перегонки. Завершились гуляния в Прибрежном награждением победителей конкурсов. В этот день народ повеселился на славу.